Мама Салиева. Рост 185 сантиметров. Итак, первый раунд. Сразу идет вперед. С тяжелым лоу-киком. Алим Сулейманов отдает шею и пытает подхватывать. И проводит тейкдаун Алим Сулейманов. Какие плотные тяжелые удары у алма-атинского бойца. Впрочем, и Мактыбек Мамасалиев представляет Алма-Ату. Так что здесь будет правильнее говорить про Алима Сулейманова, как про бойца команды «Намыс». Очень в непростой ситуации оказался сейчас Мактыбек Мамасалиев. Еще один увесистый удар сверху в исполнении Алима Сулейманова мы наблюдаем. И сейчас, судя по всему, залезет в маунт Алим Сулейманов. И практически не контратакует. Мактыбек Мамасалиев не пытается сделать свип. Но, с другой стороны, удается все-таки спихнуть за счет работы ног своего оппонента на непродолжительное время. Мактыбеку Мамасалиеву снова сверху Алим Сулейманов. Ну вот, наконец-то удалось Мамасалиеву огрызнуться. Но счастье было недолгим. Снова начинает наращивать свое имущество Алим Сулейманов. По прозвищу Халк, можно сказать, пытается рвать и метать. Забрался в маунт. Сыпет увесистыми молотками сверху. Алим Сулейманов. Да. Говорят Алиму, не надо уходить из маунта. Но уже успел. Успел уйти из маунта. И сейчас снова попытка тейкдауна была от Алима Сулейманова. Но отзащищался Мамасалиев. Да, и получил замечание. Еще чуть-чуть и получит желтую карточку, если будет действовать так же Мактыбек Мамасалиев. А желтая карточка вполне может оказаться решающим при определенных раскладах. Буквально вот... Ох ты! Вот это выход! Вот это контратака! Потрясающе! Что сейчас показал? Как же все-таки разозлился Мактыбек Мамасалиев! Казалось бы, ничто его уже не спасет, по крайней мере, в первом раунде. И вот изловчился и провел хорошую серию, хорошую ударную комбинацию. Мактыбек Мамасалиев по прозвищу Акаю. Да, рано расслабился Алим Сулейманов и поплатился. Это нокаут, друзья. Так вот, говорил я о желтой карточке, о том, какую роль может оказать желтая карточка. Я думаю, многие из вас видели финал, бой за пояс временного чемпиона на нашем канале Лиги ЕСИБИ. И вот тогда при равном исходе в бою между Петром Яном и Магомедом Магомедовым, абсолютно равном поединке, судьи решили, вынесли вердикт в пользу Магомеда Магомедова, так как у Петра Яна была желтая карточка. Вот так вот, друзья. Но Мактыбеку Мамасалиеву никакой желтой карточки не показали в итоге. И как результат мы видим блистательную победу нокаутом. В этом бою, во втором раунде, прошу прощения, в первом раунде, на времени 2 минуты 52 секунды, нокаутом одержал победу Мактыбек Акаю!